Друзья, всем привет! Сегодня сделаем полезную самоделку из вот такой полипропиленовой 25-й трубы. Еще нам понадобятся тройники, уголки 90 градусов, и я нашел вот такие мебельные колесики. Даже не знаю, от чего они, может, от старого дивана. Пока не скажу, сколько ушло материала, так как делаю эту самоделку, фантазируя на ходу. В конце видео я озвучу, сколько и какого материала у меня ушло и каких размеров. Самоделка пригодится не только для гаража и для мастерской, но и вообще много для каких целей и мест. Дальше все сами поймете. Ну ладно, я погнал делать самоделку, а вам желаю приятного просмотра. Кто не догадался, у меня получился очень удобный стеллаж на колесах. Как и обещал, расскажу, сколько материала у меня ушло. Это 10 метров 25-й трубы, 16 тройников, 4 заглушки, 4 уголка, 4 колесика от старой мебели и 2 листа ОСП, метр на полметра, каждый. Кстати, размеры стеллажа примерно такие. Ширина полметра, длина метр, высота 80 сантиметров. В процессе эксплуатации я заметил, что он немного пошатывается, но на самом деле он довольно прочный. Напишите в комментариях, как вам такая самоделка. Также напишите свои мысли и идеи, что можно еще сделать из пластиковых труб. На этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Желаю всем хорошего настроения, всем пока!